Здравствуйте, в эфире «Экспертная оценка». На этот раз разберемся, как правильно выбрать диван, на что обратить внимание при покупке, из чего складывается цена, а также проверим качество обивки и механизмов дивана. И главное, вы все это увидите своими глазами. Мы насчитали порядка 20 крупных магазинов в Твери, продающих диваны. Этот предмет мебели – неотъемлемая часть интерьера в каждом доме, поэтому к выбору дивана стоит подходить основательно, чтобы он прослужил долгое время и при этом на нем было удобно и отдыхать, и спать. Чтобы не ездить по разным магазинам города, а сэкономить время, мы выбрали торговый комплекс «Тандем», где сразу на двух этажах представлен огромный выбор диванов. При выборе стоит попросить консультанта заглянуть внутрь дивана, а вот таблички «Не трогать руками» должны насторожить. Обязательно, когда вы смотрите на диван, вы должны в него присесть. Очень много является посадка. Диван может быть внешне одинаковым, но посадка у него будет абсолютно разная. Очень много зависит от каркаса дивана, от того, что скрыто от вас. Диваны с пенополиуретаном, они более мягкие, более комфортные. Диваны с пружинным блоком, они ближе к ортопедическому эффекту. Что касается каркаса дивана, то стоит обратить внимание на дерево и металл, которые прослужат долго, а вот конструкция из ДСП недолговечна. Не стоит и покупать диван с поролоновым наполнителем, хоть он и обойдется недорого, но прослужит не более 5 лет. Что касается обивки, то ее масса видов, и здесь можно посоветовать обратить внимание на флок и тефлоновое покрытие, которые защищают от влаги. Стоимости дивана складываются от того, что спрятано в основном внутри, то, что мы не видим. То есть или это просто холофабер, или это силиконовые нити, которые не дадут вашей подушке осесть. Если рассматривать еврокнижку, ее стоимость начинается от 20 тысяч. Уже начиная от 20 тысяч вы получите комфортный диван. Да, это будет маленький диван, может быть без подлокотников, но это будет хороший пружинный блок ортопедический. В современных диванах есть масса дополнительных опций. Встроенные кресла и столики, короба для хранения белья, подогрев и, конечно, складная кровать. Мы решили на собственном опыте проверить механизмы и материалы дивана, чтобы вам было проще определиться с покупкой. Для этого мы облили и разрисовали обивку и даже прыгали на металлическом каркасе. Что произошло в результате наших экспериментов, какие советы по выбору дивана нам дал дизайнер и на чем остановить свой выбор, смотрите в следующем сюжете.